Итак, конец карантину. Ура, ура! Отправляемся сегодня на работу. Мои картины отправляются на работу в мастерскую Ларус. Я сложила сумку. Вот. Кое-какие из них пойдут на уличный вернисаж. Маленькие пойдут в цех к Сереже. Сережа оденет рамы. Вот. Мой брат Тео оденет в рамы. Вот я сейчас слаживаю мои картины. Сегодня на вернисаже кое-какие выставлю. Но без рам как-то они не смотрятся. Но те, которые... Так, можно для освежения экспозиции можно на стендике выставить. Они пойдут на улицу. Потом, после того, как оденут их в рамы, они пропутешествуют в галерею. Вот, буду освежать экспозицию в галерее. Ну, то есть у меня мастерская. Там я и работаю, и выставляю свои картины. Вот, вот все, что я нарисовала за этот карантин, как он уже достал. Вот все картины. Вот, кроме того, это все мое богатство. Посмотрите тоже. Вот еще одна. Мама, Дура. В общем, все мои близкие люди увидят мои шедевры уже, так сказать. Мой творческий багаж отправляется на работу к людям. В общем, под всеобщее обозрение. И опять будет соприкосновение картин и народа, картин и людей. И посмотрим, наверное, все изголодались тоже по почему-то новому, почему-то яркому изголодались, соскучились, потому что всем уже надоело сидеть дома. И вот это вот голод, голод нового, наверное, срезонирует с моими картинами, да? Вот. Все, до свидания, картины. Жалко мне с вами расставаться, потому что я привыкла, я бы вообще все стены одела дома в картины, но я привыкла, я к ним привыкла, сроднилась, но надо им идти на работу. Все, поэтому я еще сниму репортаж с Ларуса со своего. Все, в путь. В добрый час.